Здравствуйте, я Денис Курбатов, стоковый фотограф. На канале я делюсь с вами и фиксирую для себя придумки-задумки в таких фотодеятельностях, как стоки, услуги, проекты, лайфхаки. И потому канал назвал СУП-Эль. Сегодня серия о фотолайфхаке. Я расскажу о суперкомпактной стойке для домашней студии или небольшого съемочного пространства. Не всегда удобно пользоваться стандартными стойками с лапами. Мешают проходу, норовят завалиться прямо на фотографа, норовят учинить вред модели. А с подвесной системой понятно, она не мешает, но не всегда на начальной стадии развития фотографа есть подвесная система. И есть точки, мертвые точки, в которую подвесная система не доезжает. Так как я часто фотографировал на изолированном фоне, еще продолжаю фотографировать, для этого необходимо иметь свет, который будет направлен на фон, два источника освещения, и при этом, чтобы источники света не попадали в кадр, и стойки. Есть несколько идей, как минимизировать занимаемое место под свет. Это крепление на стены и потолок, или использовать стойки-распорки, которые будут упираться в пол и в потолок. Поскольку я не очень люблю понапрасно долбить, сверлить стены, я выбрал вариант стоек-распорок. Есть идея, где можно найти готовые стойки. Это стойки для ванной комнаты, для крепления полочек, угловых полок. Испробовав такую стойку, посмотрел, что для высоты 2,73 метра, она достаточно устойчиво будет держать свет. Конечно же, с незначительными доработками. Я не буду вникать в подробности. Сейчас соберу эту стойку и бегло расскажу о составляющих стойки. Итак, соберу стойку. Состоит из нескольких колен. На последнем колене есть специальный кронштейн. Кстати, это идея такого кронштейна моего отца, что очень памятно. Кронштейн для крепления света изготовлен из патрубков для сантехники. Здесь проточенная втулка для крепления вспышки, а фиксатором является водопроводный кран. Класс! Хорошая идея. Вот, таким образом он фиксируется. Одеваю последнее колено. Там пружинка стоит, вот подпружинена. И наверх я креплю картоночку, будет предохранять от вмятин потолок. Сейчас я выставлю свет для съемки, для фотосъемки на изолированном фоне, и можно будет убедиться, что немало остается свободного пространства для передвижения в рамках небольшой домашней студии. Свет закреплен на стойках, и все готово для съемки. Модель томится в ожидании. Поехали! Это была имитационная съемка. Не верьте этому. Как фотографировать себя, делать автопортреты, я расскажу в следующих выпусках. Вот такое усовершенствование я использую для небольшой домашней студии. Площадь помещения 3×4, 3×5 метра, и высота потолка до 3 метров. И, как видно, свободное пространство присутствует. Для определенных видов съемки это в самый раз. Самый большой плюс то, что это всегда под рукой, то, что арендный секундомер не включается. У меня на этом все. Спасибо за внимание. Пока.